В Баку создается парк военных трофеев под открытым небом. Как сообщает Репорт, парк находится на территории Хатаинского района столицы. Строительные работы в охватывающем большую территорию парке продолжаются. В парке военных трофеев будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией в Отечественной войне у разбитых вооруженных сил Армении. На территорию заложенного парка уже завезли часть военных трофеев. Здесь есть грады, танки, пушки, военные машины и другая военная техника. После того, как парк будет полностью готов, на территории будут установлены военные трофеи. 10 декабря прошлого года на площади Свободы в Баку прошел парад Победы, посвященный победе в Карабахской Отечественной войне. На параде была продемонстрирована часть военной добычи, захваченная азербайджанской армией у разгромленного врага во время Отечественной войны. Уничтоженная и захваченная техника противника, самоходные артиллерийские установки, «Акация» и «Гвоздика» 28 уничтожено, 5 захвачено. Пушки разного калибра 315 уничтожено, 37 захвачено. Минометы 63 уничтожено, 62 захвачено. Спецавтомобили 10 уничтожены, 93 захвачены. Захвачено 178 гранатометов, 10 тракторов, 5 зенитных установок «Шилка», 1380 единиц огнестрельного оружия. Были разрушены 7 командных пунктов, 11 складов с боеприпасами. 287 из 366 танков уничтожены, 79 захвачены. Список можно продолжить. Боевая машина пехоты 69 уничтожена, 47 захвачено. 5 самолетов Су-25 уничтожены. 252 грузовых автомобилей уничтожены, 270 взяты в качестве военных трофеев.